Так, ну что, поехали? Прерий. Убейте свидетелей, принесите доказательства. Да, поехали. Значит, так как у нас ни хрена нет, кроме камеры, а нычек здесь я никаких не знаю, я в Эмунейшн зайду, надо купить хотя бы. А, стоп, я знаю, что надо делать. Вот так вот. В общем, вот так вот примерно я затарюсь тогда. Блин, сколько здесь колхозников, это ж капец вообще. Так, стой. Мне нужен твой байк. Так, поехали. Значит, нам надо на гору Чилиад. Там находится свидетель, который что-то там видел про Тенпени. Ах, поднимайтесь в гору. Ну окей, поехали. Так, спокойно. Не забыть бы еще, кстати, путь туда, потому что в любой момент могу забыть. А то здесь только выступов и один поворот не тот, я помню, есть. Да чем послушаем. Вот здесь вот, ну-ка. Ни хрена здесь нет. Ну, в общем, миссия довольно легкая, но в чем проблема этой миссии? В том, что оружия вообще нету, если вы туда пойдете, то лучше приезжайте на машине. Может быть, вы одного задавите? Так, а вот и тот самый поворот, да, про который я говорил. То есть нам не на него, а на другой надо будет. Ну так вот. Если что, можете задавить одного ФБРовца, в принципе. И отобрать у него оружие, но... Это немного опасно. Ну, немножко так опасно. Так. Ну вот и мы. Он внутри, выкури его оттуда. Смоуки Маут, блин, отлично. Так, окей, надо здесь быстро все сделать. Так, тихо. Убил. Все? Да, по-моему, все. Давайте его фототь. О. Так, я ж... Все. И верните камеру к падению. Что за дроп? Ну, дроп падения. Ну, ладно. Давайте. Не, фигня здесь какая-то. Давайте Лос-Анс, что ли. Баунс FM. А, давайте Баунс FM оставим. Ну, в общем, такая вот миссия, не очень сложная. Лишь бы сейчас мне не запороться. Если, кстати, немного подождать, то он на машине от вас свалит. Ой, я как в GTA-шке зажал. А! Тихо! Я как в GTA-шке хотел Ctrl зажать и это. Как его? Держать равновесие в полете. Ну что? Вот, собственно, и мы. Подъезжаем. Вот сейчас, по-моему, будет. Да, жопочная миссия, потому что придется ехать в Лос-Сантос. Ну, там вокруг. В общем, пока у нас сейчас будет куча миссий в деревне. Просто куча бесполезных миссий в деревне. Не, ну не здесь, конечно, сейчас поедем немного в другое место. И вот мы. Нам бабла не дадут, да? Да. А зачем? Действительно. Так, ладно. Сейчас, по-моему, да, сейчас звоночек должен быть. Эх, обидно, конечно, что так все получилось. Я, на самом деле, вот эту вот часть GTA San Andreas я не люблю, потому что мне нравится, когда все было по-прежнему у них. Так, звоночек. Цезарь, это я. Как дела, Холмс? Я с твоей сестрой. Да, Лос-Анджелес теперь опасно. Я в центре чего-то. Уэдстоун, где бы это ни было. Я не знаю, Уэдстоун. Но у меня есть там семья. Будь осторожен, Скендал. Не волнуйся. Мой кузен, отличный человек. Подбери его на ужине в Делиморе в Ред Кантри. Ну, поехали. На самом деле, это сейчас будет долго происходить, потому что ехать нам действительно далеко. Насколько далеко? Ну, на карте я не хочу сейчас это смотреть. Но, на словах, поверьте, очень долго поедем.
Очень долго будем ехать. Ну, я пока, может, расскажу какую-нибудь офигительную историю. На самом деле, сейчас будет здесь где-то 7... По-моему, да, где-то 7 миссий, вот, с такими же промежутками, типа. Едем сначала туда, потом едем туда, потом сюда, потом еще раз туда. Вот, и, по-моему, следующая миссия, она будет реально ужасной. Насколько я помню, она будет на правду, ну, чувак есть такой, вот. И действительно, там будет нападение на колхозников, чтобы комбайн украсть. И знаете, какой урон там наносит оружие этих колхозников, то есть винтовка? Очень большой. Я не знаю, как мы пройдем эту миссию. Если сейчас первый раз, конечно, пройдем ее. Ну ладно, будем пока смотреть позитивно на те миссии, которые сейчас будут. В общем, мы примерно возвращаемся в Лос-Сантос. Кстати, вот он где-то там. Да, вон он там уже. Так, стоп. Давайте я тогда, наверное, на шоссе выйду куда-нибудь. Ага. Вот, и немножко проехать дальше надо. Навык байкера увеличен, теперь у нас меньше шансов свалиться с байка. На самом деле это прикольно, я даже замечал такие моменты. Так, сейчас бы нам проехать как-нибудь. Блин! А, да, все нормально. И извините, что вчера видеороликов не было, потому что, как вы знаете, по выходным я мало когда нахожу время записывать, потому что у меня дома балаган творится. Сядешь вроде и ничего не произойдет толком. Тебе сразу все придут и что-то от тебя нужно будет. Я только так с GTA 5, по-моему, делал. Ну что, вот мы почти приехали. Где-то за особняком Мэд Дога там находится эта фигня. Здесь сейчас балосы кругом, грув-стритовца вообще ни одного нету. Вообще ни одного просто грув-стрит нет. Грув-стритовца нет. Ну, ближе к концу игры вы поймете почему, потому что... Ну ладно, я объясню, потому что зеленых зон вообще нету. Свит же в госпитале, в тюремном. А вот и мы. Ага. Что это? Это свит, наверное. Да. Ты как думаешь, чувак? Я в тюремном госпитале. Да, я знаю. Да, вытащи ты его оттуда. Окей, миссия. Первое свидание. I'm looking for a friend of mine's cousin, on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Отличный, блин, персонаж, конечно. Сестра двоюродная Цезаря. Ну что? Куда мы направляемся? Да, отличный план. Четыре цели. Ликёроводочный магазин, банк, заправка и контора. Непробиваемое стекло. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Да, пуленепробиваемое стекло. You wanna get bust on, huh? Этот ей говорит, отдай ей деньги, чё ты. Ну, а мы забираем танкер. Ух, нихрена он быстро оказался. Нихрена себе он быстро оказался, слушайте. Слушайте, он быстрый. Не хочу потерять работу из какой-то сумасшедшей суки. Давай, Дерек, покажи им. Я тоже должен. Ну в жопу, я свой план буду делать. Так. Ну-ка. Все.
Это сдох, а Дерек. И Дерек сдох. Ну все. Не, на самом деле, если мы не будем их убивать, просто доедем до того места. Там будет потом еще один эпичный ролик. Типа, как они врезаются в бензоколонку, но мне такой план больше подходит. Так, давайте музычку врубим. Окей, пойдет. В общем, первое задание лучше брать такое, хотя оно и... Да хотя, чё по сложности, оно легкое довольно. И притом, если завалите задание, можно в любой момент вернуться. Там же быстро все. Вот, поэтому лучше выбирать это и не ехать там никуда в другое место, а то, мало ли, завалили бы то задание и возвращаться опять в Делимор. Потом опять задание брать. Кстати, по-моему, за это задание дают 5000 баксов. Довольно неплохо, но, по-моему, за банк дают 10 тысяч. Если я правильно помню. Ну, сейчас узнаем. Кстати, по-моему, довольно специфичное задание. Если здесь бросить вот этот бензовоз, ну, отцепить его случайно, то миссия провалится. Я не знаю, почему. Его же можно обратно как бы прицепить. Так. Ну вот и мы. Мистер Уитакер. Каталина, что у тебя сегодня? Танкер бен... Дофига газа там. Короче. Хорошо не вести с нами деньги. У него всегда есть чип. Что можно перевести. Значит, теперь нам открыли задание на дальнобойщика. Ну, они, я имею в виду, второстепенные задания. Их 9 штук. То есть, по 3 в каждом городе. Это в основном перевоз. Но это лишь на 100%, если игру хотите пройти. Не, в жопу. Стой, вернись! Куда? Чё ты... А! Сюда иди! Но... Все, сдохни нафиг. Так. Телефончик. О. Перфекшн. Я знал, что ты придурок. Ты из полиции? Нет, у нас есть один друг. С кем? Ты когда-нибудь убивал копов? А, Тенпенни. Я должен был догадаться. У меня комната в Angel Pine. Убедись, что за тобой никто не следует. Ну... Стой, ну там байк! А-а-а! Как обидно. Ладно, это уж лучше, чем на тракторе ехать. О, господи. О, господи, какая музыка, а. Я же не знаю, что слушать, но у меня тут только 4 любимые радиостанции. Дайте я свою любимую рублю. Во, во, нормально, нормально, нормально. Как раз для Сан-Андреса. Значит... Вот теперь то самое задание, которое я ненавижу, за парня под именем Правда. Мы за всю игру, по-моему, так и не узнаем его настоящее имя и фамилию. Может быть, на каком-нибудь Википедии Сан-Андреас оно есть. Ой, нифига тут как темно. Это все из-за сглаживания моего. Я поставил чересчур, по-моему, сильное. Так что не видно нифига вообще. Ну ладно, поехали. Ах. Я на самом деле не люблю эту часть Сан-Андреаса. Вообще вот всю последующую часть Сан-Андреаса я не люблю. Потому что в GTA Сан-Андреас мне нравится только четверть игры. Это до предательства Смоука и Райдера. Вот, потому что, ну там как бы район, там все такое, там нигерские разборки. Это на самом деле прикольно, мне нравится это очень. Но дальше, когда уже Карл потихоньку так в бизнес будет входить, там друзья новые какие-то... Задания бестолковые начнутся, типа, там, на сутенера, вот на этого, Сан-Фьера. Мне не нравятся они вообще. Но, однако, это была первая GTA-шка, которую я на 100% прошел. Потому что здесь это хотя бы доступно было сделать. Чем, допустим, та же самая Vice City. Там, чтобы выполнить задание таксиста, там надо развести 100 человек. Вот.
Здесь надо 50 всего лишь развести. То есть более доступных. Более доступные задания. Так, и перед этим заданием нам потребуется броник, потому что мы в нем будем нуждаться очень сильно, но сначала, наверное, задание зайдем. Тихо ты там, ну-ка. Так, значит, сбор тел. Жатва тел. Заходи! Посмотрите на это. Что мы здесь видим? Эй, Карл, как дела, чувак? Что происходит? А, это, наверное, работа под прикрытием. Выполняешь свой долг. Да, отвали. Мистер Правда здесь, чтобы поставлять лучшую траву. И ты должен доставлять ее для нас. Эй, чувак, у тебя галлюцинации. Что? Эй, Правда, иди сюда. Намасте. Как дела? Карл здесь, чтобы заплатить тебе. О чем ты? Разрушит карьеру этого придурка. Хочешь немного грибов, DMT? Не, чувак. Мне надо идти. Эй, Карл, заплати ему. Чувак, я никогда такого не видел. Ты кто, чувак? ФБР, ЦРУ? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. Друг, вокруг тебя позитивная энергетика. Хочешь немного вьетнамского опиума? Не, я завязал с этим. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? Что, я работаю на тебя? Но некоторые придурки с того холма против моего мира. Эти мудаки, борящиеся за выживание, фашисты. У них есть один комбайн, который мне нужен. Возьми его, а потом заплатишь мне. Намасте, Карл. Да пошел ты, чувак. Черт, фурот. Так, значит, едьте на ферму, заберите... И найдите комбайн. Значит, как я говорил, мне потребуется броник. Почему, блин, просто, когда убиваешь продавца, не стырить у него немножечко патронов, например? Ладно, все равно нам 5000 заплатили. Так, давай сюда, чувак. Спасибо, чувак. Так. Там. О, хорошо, что он мне не покоцал бронь. Так, ну все, поехали. А какой самый гениальный способ туда заехать, мне интересно? Ну ладно, сейчас разберемся. Вон там по дороге-то поедем. В общем, миссия просто через жопу. Я имею в виду то, что у этих колхозников будут винтовки. А что это за винтовки? Ну, обычные, которые с 4 или 3 выстрелов, по-моему, сносят тебе всю броню, и где-то с 4 выстрелов все хп сносит. То есть у нас будет маленький шанс выжить, поэтому нужно будет выслеживать врага очень четко и темперить, так скажем. Потому что задание реально очень сложное. Ой-ой-ой, там колхозник подрезал мента или что-то типа того. Потом еще самое фиговое... Надо будет доставить этот комбайн. Там еще погоня будет, так что... Ни одна из моих любимых миссий, когда на 100% игру проходил, я долго мучился с этой миссией. Я раз 7, по-моему, проходил. А вот и, кстати, Сан-Фьеро. Офигенный город. Сижу я, кстати, ни разу не знал о Сан-Андресе. Ой, о Сан-Фьеро. Ну и о Лас-Вентурасе тоже, по сути. Но он скажет об этом потом,
когда мы поедем. Все равно же мы туда поедем. Так, ну что? Вообще, на самом деле, можно обойти это все дело и тупо достать фургон этот. Будь он не ладен, блин. Ладно, давайте сгоним к этим фашистам. И мой автомобиль вообще не хочет ехать. О, господи. Так, вон тот кампус, по-моему, да. И да, сейчас как-нибудь круто так. Комбайн, который вам нужен, находится на поле за фермой. Я не хочу инфу знать. Я просто хочу уже наконец пройти это задание и хватит с меня. Ага. Эк. Главное винтовку стырить. Так, все стырили. Вот та самая крутая винтовка, которая ваншотит. Там нет никого. Кстати, у него уровней навыка нету, то есть... Сейчас на тракторах, по-моему, они... Ага, ага. Первый готов. Второй готов. Они с лопатами. Ну супер. Сейчас надо пипец как аккуратно идти. Это... Мне показался человек. Так. Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kinda shifty. Roll him in some pig shit. Fuck. Hey, what was you saying? Fuck, fuck, fuck. Ну, пока довольно легко все идет. Угу. А еще? Кто, где? Да, остались. А, не, оказывается, винтовка не так много сносит, но... Все-таки. Мне тут с лопатой тычешь, а тычешь. А, тихо. А, ну да, с 4 выстрелов брони нету, короче. Так, не, вон еще один. Борец. Блин, и он был с винтовкой, как обычно. Так, сколько у нас патронов? 51 патрон, отлично. Ох. Иди сюда. Бетси, блин. Окей. Теперь у них будет подкрепление небольшое. Ну, типа, если вы думали, что мы всех завалили, нифига, там сейчас еще нас спаунится. А, вон они. Кстати. Так. Буду их сзади издали снимать. Окей. С той стороны не получится объехать, я помню. Не-не, стреляйте по мне. Но не по комбайну. Хотя, по сути, можно сразу... Тихо. А-а-а! Черт, хп-то, блин, не резиновая, тратится. Так, еще этот туман... А-а-а! Как все вовремя, господи. По-моему, я там ни хрена не вижу. Из этого ссаного тумана. Хотя, по сути, можно, наверное, выехать здесь будет. Где-нибудь, но... Я не хочу пока рисковать. Ну, давайте места немного, да? Нарежем. О! Тихо. А, во, вижу. Так, где винтовка? Фак. Фак! Нет! Тихо, 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 тихо. Я даже не понял, откуда, откуда, откуда.
А где кто? Что происходит? Что происходит? Кто меня стрелял? О, тихо. Гош май. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо, колхоз. Ну-ка. Что-то... Вот сейчас только бы не умереть, а. Видите, у них какая дистанция? Надо следить за ними. Блин! Твою мать! Все, у меня ХП на один выстрел буквально. Там, кстати, еще сейчас будут колхозники на транспорте. Я не знаю, что мне с ними делать. Но походу придется ехать прямо так. А, вон, да, я вижу. Я не вообще терпеть не могу эту миссию. И эта часть, кстати, по-моему, длинная получится вот как раз из-за этой миссии. Но я думаю, вам в плюс, потому что вы любите смотреть. Так, тихонько. Все. Пусть это будет все. Все, я погнал отсюда. А вот и те самые колхозники. Тихо, тихо, блин, вот они тоже с винтовками. А, с дороги, сукины вы сыны. Твою мать! Ай, ну... Тихо, 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 тихо. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Фашисты едут! А, блин, может спрыгнуть, а? Я не знаю. Я не хочу задание проваливать. Иди в жопу, тупой колхозник. Чтоб ты сдох! Нет! Падай! 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 Я знаю, что мне надо сделать, ребят. Я не зря сейчас разворачиваюсь. О, господи. Я надеюсь, они меня сейчас не будут догонять. Охренеть. У моего комбайна, наверное, ХП чуть-чуть прям. Чё вам всем надо от моего комбайна? Едьте вы спокойно, блин. Так. Баунсерхан, да. Да. Значит, здесь где-то, наверное, переехать можно туда, да? Да, во. О, так ферма, оказывается, недалеко. Так, ну здорово. Все, там эти фашисты меня не преследуют. Ну, как я и говорил, я эту миссию вообще терпеть просто не могу. Поэтому все, слава богу. Чувак, ты принес мир к моему дому? Трава будет, но ты не забудь бабло. О. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The body was Los Aztecas. It's all over. There's a price on my head. За него назначили голову, за Кендалл тоже. Что случилось? Уважение, честь, это больше не значит в Лос-Анджелесе. Все мои кореши мертвы. Да, выведи мою сестру. Езжай в Angel Pain. Окей. Миссия выполнена.